Дорогие мама и папа, я ваш ребенок, и я очень вас люблю. Хочу раскрыть тайну, рассказать о сокровенном. Я исполняю в своей жизни все, что вы говорите. Ну кто так делает, а? Глаза бы мои на тебя не смотрели, нашлась помощница. Вырастила на свою голову. Иди отсюда, за вас делаю. Мама права. Я криворукая. Если ты сейчас же не перестанешь мне выкаблучиваться, то получишь. Мало не покажется. Понятно, мои чувства не важны. Меня все равно не любит, терять мне нечего. Ты тупица, безголовая. Ничего нормально сделать не можешь. Все люди как люди, а? А ты? Господи, посмотри на себя. Я ни на что не гожусь. Лучше бы меня вообще не было. Ну-ка прекрати орать! Ты можешь сесть и замолчать? Я должна выполнять команды. Вы не замечаете, как продаете мне свою любовь. Так я учусь лицемерить или убиваться ради чужих целей. Вот будешь себя хорошо вести, куплю тебе куклу. Просто так мне куклу не купят. Если ты не прекратишь реветь, ни о каком день рождения и речи быть не может. Нужно перестать быть собой, тогда родители будут довольны. Я хочу, чтобы ты победила на Олимпиаде. Везде надо стремиться быть первой. Ну и что, что устала? Мне тоже нелегко работать. Если я не буду первой, для мамы я буду плохая. Господи, мы столько в тебя вложили. Ну лучше старайся, ну не расстраивай нас. Своей жизнью жить нельзя. На мне огромный неоплатный долг. Ну и что, что ты любишь рисовать? Профессию надо выбирать. Денежную. Или ты хочешь, чтобы мы тебя до старости содержали? Мои желания не важны. Главное, много денег. Даже если придется делать то, от чего я несчастен. Дорогие папа и мама, мне очень нужна ваша поддержка. Я верю, что вы меня любите. Я слышу это. О, как красиво у тебя получается. Научишь меня так же? Я талантливый. Здорово, когда мы вместе это делаем. Люблю, когда мы такие дружные. Мы друзья. Я здесь нужен и дорог. Не переживай, все обязательно получится. Давай попробуем решить задачу еще раз. Я смогу, я справлюсь. Понимаю, тебе больно. Иди скорее пожалей. Сейчас все пройдет. В следующий раз будешь осторожнее, правда? Меня любят. Дочечка моя, я так счастлива, что ты у меня есть. Я нужна. Мне рады. Без тебя мне не справиться с домашними делами. Вместе-то мы сила. Я взрослый, и мне доверяют. У меня есть чувство, что в жизни тебе предстоит сделать что-то очень важное. Только обязательно нужно найти это важное. Я здесь не просто так. Я нужна. Дети выполняют ваши наставления с точностью до слова. Выберите для них хорошую судьбу.